В Союзе женщин России в рамках программы «Духовность, культура, здоровый образ жизни» и в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией открылась выставка картин юных художников Республики Крым «Мир русской сказки». Идея выставки конкурса возникла в непростое для региона время, когда перед крымским русскоязычным сообществом стояли задачи сохранения русского языка в образовательном пространстве, сбережения русских национальных традиций, воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию русского народа. На выставке представлены работы лауреатов конкурса художественных школ разных городов и поселков республики. Для изображения героев русского фольклора юные художники использовали не только краски, а также яичную скорлупу и кусочки ткани. Торжественную церемонию открыла организатор выставки, председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова. Мы принимаем участие в выставке юных художников Крыма. И хотела бы отметить, что Союз женщин России вот уже полтора года проводит школу гражданской активности. И школа гражданской активности проходит непосредственно в Крыму. За это время мы обучили около 200 слушателей. Для нас очень важно, чтобы быстрее была эта вся интеграция Крыма с Россией. И в рамках этой школы гражданской активности мы проводили конкурс социально значимых проектов, принимали участие. И вот тот проект, который победил, он сегодня находится непосредственно вот в этом зале. А это именно вот конкурс «Мир русской сказки». «Мир русской сказки». И в основном картины, когда мы смотрим, в основном очень много из сказок Пушкина. О значимости мероприятия рассказал председатель русской общины Крыма сенатор Сергей Цеков. Для нас очень приятная и очень нужная выставка. Потому что вот фестиваль «Великое русское слово», он первый фестиваль, был проведен в 2007 году. И с первого фестиваля, а он проходил с 6 июня по 12 июня, а вот с первого фестиваля в первый день мы всегда открывали выставку, которая называлась «Мир русской сказки». Это выставка детского рисунка. И вот долгие годы дети участвовали в этих конкурсах, крымчане участвовали. В основном, конечно, эти рисунки, они были посвящены Пушкину, потому что 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и по сказкам Пушкина. Но были и по сказкам вообще наших и русских писателей, и наших сказок народных. И, конечно, это было очень здорово. И то, что сегодня вот, мы продолжаем традиции, которые были заложены еще до воссоединения Крыма с Россией, это очень хорошо. И то, что мы проводим выставку вот в таком очень для нас знаковом и приятном месте, а вот в доме, который является домом большой женской дружбы, наверное, всех женщин Советского Союза и нашего Большого Отечества, это очень приятно. И то, что эта инициатива была от Союза женщин России, и то, что она реализована, и то, что наши дети приехали сюда, это очень здорово. В будущем подобные выставки планируют проводить регулярно в рамках проекта «Дети Крыма, дети России».